Урок 28. Задача первая. Найдите все углы, образованные при пересечении двух параллельных прямых А и Б, секущей С, если один из углов на 70 градусов больше другого. Итак, параллельные прямые А и Б, секущая С. При пересечении образуются углы, один из которых на 70 градусов больше другого. Давайте градусную меру меньшего угла обозначим за х градусов, а того, который на 70 градусов больше, х плюс 70 градусов. Смежные углы в сумме составляют 180 градусов. Решая вот это уравнение, находим углы. Значит, меньший угол 55 градусов, а больший – 125 градусов. Образуется 4 угла по 55 градусов, потому что вертикальные углы равны и накрест лежащие углы равны. Вот это накрест лежащие. Так, и еще образуются 4 угла по 125 градусов. Вертикальные – углы равны и на лежащие углы равны. Итак, 4 угла по 55 градусов и 4 угла по 125 градусов. Задача вторая. Угол НМП 50 градусов, угол МПС 130 градусов. Могут ли прямые НМ и ПС быть параллельными? если лучи ПС и МН находятся в одной полуплоскости относительно прямой МП, то тогда будут параллельны, потому что вот этот угол 130 градусов, односторонние углы при параллельных прямых и секущей в сумме дают 180, вот и получится 50 до 130, 180 градусов. Значит, будут параллельны. Если же луч PS находится в другой полуплоскости, то тогда не будут параллельны. Вот если луч проводится вот таким образом. Задача третья. Две параллельные прямые пересечены секущей. Верно ли утверждение? Бисектрисы накрест лежащих углов пересекаются. Допустим, прямые А и Б параллельны. С секущая. Красным цветом показаны бисектрисы накрест лежащих углов. А накрест лежащие углы равны, если прямые А и Б параллельны. Половина каждого из этих углов имеет одну и ту же градусную меру. Значит, бисектрисы будут параллельны, потому что накрест лежащие углы будут равны. Значит, бисектрисы не пересекаются, потому что они параллельны. Задача четвертая. Внутри тупого угла А, Б, С проведены параллельные лучи АД и СЕ. Угол ДАБ 126 градусов. Угол БСЕ 114 градусов надо найти угол АБС. Давайте продолжим прямую АВ и прямую CE вот так, чтобы они пересеклись в точке О. И рассмотрим треугольник БОС. Давайте найдем углы этого треугольника. Можно назвать градусную меру угла БСО. Он является смежным к углу BCE, который 114 градусов, значит 180 минус 114 получится 66 градусов. Теперь давайте найдем градусную меру угла БОС. Так как по условию задачи лучи АД и СЕ параллельны, значит вот эти углы DAB и БО. С – это э, односторонние углы э, при параллельных прямых и секущей АО. В сумме 180. Значит, угол ПОЦ 180 градусов минус 126. Будет 54. Зная два угла треугольника, можно найти э, третий угол, сумма углов треугольника 180, значит 180 градусов, минус 66, минус 54 и получится 60 градусов. А теперь найдем градусную меру угла АВС. Угол АВС смежный с углом СБО. Значит, 180 минус 60 получится 120 градусов. Ответ 120 градусов. Задача пятая. Из точек В и С, лежащих на одной из сторон данного острого угла, проведены перпендикуляры В, Д и С, Е e ко второй стороне угла. Известно, что угол В, С, Е 15 градусов. Надо найти градусную меру угла Д, Вот этого угла. Так как Д и СЕ – это перпендикуляры к одной и той же прямой, то есть вот эти углы будут по 90 градусов. Значит, прямые Д и СЕ параллельны. А раз они параллельны, сумма односторонних углов 180 градусов, можно найти градусную меру угла СБД. 180 минус 15 получится 165 градусов. Таков ответ.